Друзья, всем привет! Время идет, а канал Makita PT все так же неизменно на ваших экранах. Большое вам за это спасибо, подписывайтесь и реагируйте на наши обзоры. Циркулярная пила под 190 диск HS7601 уже была у нас на канале. Ну вот, еще одна комплектация пришла к нам, X1 она называется. Сегодня мы с вами ее рассмотрим. Вот в какой красивой коробке она поставляется. Здесь целая толпа 190-х дисков. Ну, один должен был стоять уже на пиле, а второй просто запасной. Вот, собственно, и все отличие комплектации X1 от предыдущих комплектаций. Что еще? Документы, конечно же. Сразу достану то, что полегче. Это направляющая планка стальная. Ну и комплект. Здесь вот патрубок для пылесоса и винт к нему. И главный гость сегодняшней программы — пила HS7601. А еще в пиле, в корпусе спрятан ключ шестигранный 5 мм для съемки и установки пильного диска. Ну и также внешний и внутренний фланец. Сейчас мы их чуть позже увидим. Дисковая пила HS7601 предназначена для прямолинейного, продольного и поперечного пиления, а также для пиления древесины под углом при наличии надежного контакта с распиливаемой деталью. При использовании соответствующих дисков возможно также распиливание других материалов. Диски должны быть оригинальные компании Makita. Пила обладает щеточным двигателем мощностью 1200 Вт, который работает на одной скорости, равной 5200 оборотов в минуту. Первонаперво потребуется на пилу установить диск. Первое, что нам понадобится для этого, это ключ для установки данного диска. Вот эта кнопка металлическая спереди на корпусе, она блокирует вал, чтобы его не прокручивало, когда вы будете затягивать или откручивать. И вот эта плоская спинка мотора, на которую мы можем вот так поставить пилу для удобной работы. Кнопку нажали и вертим. Оп, щелчок был. Сперва мы снимаем прижимной винт, затем мы снимаем внешний фланец. Внутренний фланец остается, но мы его посмотрим. У него посадка 30 с одной стороны, однако есть возможность его развернуть и поставить диски с посадкой 20. В случае с нашими дисками у нас посадка 30, диаметр диска, как я уже говорил, 190 мм, на них рассчитана пила. Толщина диска 1,2 мм, обеспечивает ширину пропила 2 мм. Защищен данный диск металлическим кожухом, который имеет удобную рукояточку. Надеваем внешний фланец, после чего зажимаем кнопку блокировки вала и как следует затягиваем. Чтобы данный шестигранный ключ у вас никогда не потерялся, старайтесь всегда не забывать хранить его на его штатном месте. Ну и осталось позаботиться о чистоте. Для этого в комплекте идет пластмассовый патрубок для пылесоса. Устанавливается он вот таким образом. Идущий в комплекте винт рассчитан под крестообразную отвертку Philips 2. При всем при этом у пилы имеется функция сдува опилок с линии реза. Чуть позже мы этот ветерок оценим. У пилы достаточно хороший прочный прорезиненный двухжильный шнур. На выходе из пилы у шнура имеется хорошая резиновая накладка, и защищает она его от перегибов. Длина данного шнура составляет 2,5 метра. И также у шнура, как и у всего инструмента, имеется двойная защитная изоляция. Переключатель курковый, очень удобный, защищен кнопкой блокировки. То есть вот они, эти 5200 оборотов. Давайте посмотрим с этой стороны. Я прямо отсюда чувствую, как от стола отражается ветерок. Вот это та самая функция сдува опилок с линии реза. Угол распила регулируется от 0 до 45 градусов. Делается это следующим образом. По бокам на подошве вот эти два винта сперва нам нужно раскрутить. Теперь еще внимание на данную шкалу от 0 до 45 градусов. Мы выбираем наклон по вот этому черному указателю, после чего
фиксируем снова эти два винта спереди и сзади. Глубина распила в итоге при ноле равна 66 мм, и до 46 мм она изменяется при изменении угла до 45 градусов. Винты для юстировки имеются на подошве. Чтобы поменять эту самую глубину, вот этот металлический рычаг мы откидываем к корпусу и перемещаем основание пилы. Выбираем нужную глубину и фиксируем его обратно. Пила оснащена хорошей опорной платформой из алюминия. Тут тебе и линейные разметки, что сбоку, что спереди, и визир линий разреза при положении 0 и 45 градусов. Для серийной работы с одинаковыми заготовками в комплект поставки была положена вот такая металлическая планочка. Она крепится на вот этот барашковый винт. Устанавливается спереди платформу. Винт после чего зажимается. Также на пилу вот сюда вот можно установить адаптер для того, чтобы поставить пилу на шину. Обслуживание пилы сводится к поддержанию корпуса в чистоте, ну и также к своевременной замене угольных щеток. Доступ здесь самостоятельный с обеих сторон. Колпачки откручиваются отверткой довольно легко. Угольные щетки CB-303. Размер пилы 309 на 232 на 255 миллиметров. Произведена данная пила в Румынии. Ну и теперь давайте посмотрим, насколько же легкая эта пила. Итак, вес пилы HS7601 составляет 4 килограмма. Давайте добавим сюда наш с вами провод. И вот у нас получается 4200 всего лишь. Пила имеет прорезиненные накладки. Здесь они даже рельефные. Хват будет крайне удобен. Две рукоятки для, опять-таки, того же самого удобного хвата. И прекрасную балансировку по весу, что позволяет нормально работать, а не удерживать инструмент. Приобрести пилу HS7601 в комплектации X1, а также во всех остальных комплектациях вы можете на сайте makita-pt.ru. Все ссылочки мы вам оставим в описании под этим видео, а также ссылку на обзор, уже имеющийся, мы вам тоже оставим, ну и вот он в подсказочке тоже вам выплывет. Теперь с вас лайк, подписка на наш канал, чтобы наша творческая группа не думала, что зря старается. И, конечно же, колокольчик. Это поможет вам не пропустить следующие обзоры.